Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хоп, стоять! Четкие движения, каждый хореографический элемент должен быть отточен и отработан до мелочей. Репетиции у воспитанниц образцового ансамбля танца проходят в зале по несколько часов. Ведь чтобы добиться хорошего результата, надо выкладываться по полной. Многие из воспитанниц образцового ансамбля «Галину Круговых» занимаются в студии с самого раннего возраста. 15-летняя Виктория Обеднина танцует уже 10 лет. За все время она поучаствовала в нескольких десятках хореографических номеров. Девушка признается, ей нравится перевоплощаться в разные образы, примерять национальные костюмы и пробовать себя в различных амплуа. Переключаешься с одной народности на другую, и все это нужно чувствовать и понимать, как что танцевать, с какой манерой. Везде разное выражение лица, разные движения рук, мягкость. Я танцую, потому что вижу в этом отдушину. Я забываю о каких-то проблемах, когда танцуешь. Просто нравится очень сильно танцевать. Танец – это счастье, так говорят о своем занятии воспитанницы образцового ансамбля. Для меня танец – это как моя жизнь. Я сюда вкладываю всю свою энергию, силу. И как еще раз повторяю, прекрасный коллектив и очень хороший педагог, который поддержит. Танец поддержит, поможет, а если вкладывать в него все силы, то еще и вознаградит. Так в начале ноября старший состав коллектива «Галины Круговых» взял гран-при на конкурсе исполнителей татарского танца. А затем девушки достойно представили Первоуральск в суперфинале конкурса «Салют талантов» в Санкт-Петербурге. Свое профессиональное мастерство на этом конкурсе демонстрировали коллективы из многих российских городов. Всего было около 3000 участников. Усиленные репетиции у первоуралочек проходили даже в коридоре отеля. И труды оправдались. Самым лучшим в этом году стал коллектив образцового ансамбля танца «Галины Круговых». Первоуральск, Свердловская область. Коллектив «Галины Круговых» стал дважды лауреатом первой степени и вошел в топ-25 лучших коллективов в номинации «Лучший народный стилизованный танец». Я девчонка сразу настроила. Девочки, вы не настраивайтесь тут на первые места, потому как вы видите, какой объем и какой уровень, да? Ну вот, получили 2 первых. Но это было, правда, неожиданно. И в эстраде получили, как мы, у нас номинация эстрада, и вот народно стилизованный номер был тоже 1 место. А когда мы еще и в топ вошли, 25, топ-25 – это лучшие номинанты, руководители, коллективы. Я думаю, что девчонки отработали на 100%. Новые победы впереди. В этом году образцовый ансамбль танца «Галины Круговых» отметил 40 лет со дня основания. Бессменный руководитель признается, секрет успеха коллектива прост – это любовь к своему делу. Да мы просто любим этим заниматься. Я думаю, что мы просто любим. Я люблю это дело, а девчонок, я эту любовь передаю им. Они тоже это любят. Несмотря на то, что там и ругаемся, я ругаюсь, конечно, да, и тяжело бывает, и без труда их ничего не получается, да. Мы не ожидали, мы предполагали, что у нас будет результат не выше 2-го места, и мы очень обрадовались, когда у нас такой высокие достижения. Мне пришло очень много мотивации, мне хочется продолжать участвовать в конкурсах и очень хочется уже поехать на следующий конкурс за новыми победами. Впереди у танцоров подготовка к главному событию следующего года – отчетному концерту. Также участникам образцового ансамбля предстоит выступить на соревнованиях в Витебске, в Минске и в Москве. Кристина Сипьева и Владимир Махмутов. Интера ТВ.